И детки тоже пойте. У леса на опушке жила зима в избушке. Она сишки солила березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала литейные, да над реками мосты. Ой, и я иду к вам. Вы знаете, что сейчас нужно сделать? Я вот буду делать вот так. Раз, два, три, четыре. Отлично, порепетировали, супер. А теперь все приготовились? И два, алло! Ледяной день скрипучая завтра. Тьма далечая, как шагнешь за порог. Шаг стеной, тьма колючий, как шагнешь за порог, всюду и не айзок, порог синий-синий. Ходила на охоту, бронила серебром, сажала тонкий месяц хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, дарил санный путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Ой. А давайте, знаете, как сделаем? Балкончик там в темноте, правда, нам вас не очень хорошо видно, зато можно сейчас хорошо слышать. Давайте начнет балкончик, не против? И... Сейчас будет. А из окон порог синий, синий. Да! Балкончик!